Но я думаю, воодушевляющего сообщения. I am so glad that I am here in Russia for the first time. Я весьма рад, что я сегодня нахожусь впервые в России. I love Russia. Я люблю Россию. We are already planning my return trip next year. И мы уже планируем мой следующий визит к вам на следующий год. I wish my wife was here. She's not. She says hello. И, к сожалению, несмотря на то, что я хотел бы, чтобы моя жена была со мной сейчас, она не могла приехать, и она передает вам привет. Our son has two years, he's 2 years old. Нашему сыну 2 года. And my wife is expecting a second child, so a second daughter. Ожидает второго мальчика сейчас.
So one day when they grow up a little bit more, then we'll bring them to Russia. Hopefully for the World Cup, that would be good. И я думаю, когда они немного подрастут, мы сможем привести их сюда. И я надеюсь, что это будет к чемпионату мира по футболу. It always takes someone who could take a step of faith to bring me to their country. And Maxim, I just want to say thank you to him for making this possible and all the sponsors. Я хочу сказать, что это требует большого труда и больших усилий для того, чтобы мы могли приехать сюда. Я хочу поблагодарить человека, который позволил и сделал возможным эту поездку. Это Максим. I hope you enjoyed tonight. Я думаю, вам понравится сегодняшний вечер. I'm 32 years old. Мне всего 32 года. I know I'm pretty short for my age. Наверное, я немножко низковат для своего возраста. But I am really, really happy with my life. Но я действительно счастлив той жизни, в которой я живу. I love having fun. Мне нравится веселиться. I've learned how to type in a normal computer 43 words a minute. Мне нравится печатать свои на компьютере со скоростью 43 слова в минуту. 43. 43. 43. Yeah. Oh, that's learning Russian today. Say, tell them I'm learning Russian. Сейчас мне как раз учат русский. I speak Serbian. Я говорю по-сербски, so I understand a little bit of Russian. Поэтому я понимаю часть русского достаточно. I have a Serbian mother and father. У меня сербские мама и папа. Who told me, Nick, don't complain about what you don't have. Be thankful for what you do have. И они учили меня, Ник, никогда не жалуйся по поводу того, чего у тебя нет, но будь благодарен за то, что у тебя есть. My parents were poor. Мои родители были бедными. My mom and dad were very young when they moved to Australia. И они были весьма молоды, когда переехали в Австралию. My mom was 6. Моей маме было 6 лет. And my dad was 15. Папе было 15. And they came to Australia with nothing. И они прибыли в Австралию буквально ни с чем. And so they know how it feels to be thankful. Поэтому они прекрасно знают, что такое быть благодарными. They said, Nick, you don't know what you can achieve until you try. Они говорили мне, Ник, ты никогда не знаешь, чего ты сможешь достичь, если ты не будешь пытаться. And it's so true for everyone. И это действительно настолько справедливо по отношению к любому человеку. The doctors told my parents that I would never walk. Мои родители, my doctors. Мои доктора говорили, что я никогда не буду ходить. And today I'm walking. А вот я хожу. And today I'm jumping. И вот я прыгаю. I've learned how to surf. И кроме того, я занимаюсь серфингом. And swim. И плаваю. I float in the pool. Я плыву в бассейне. And then this little thing turns into a motor. Очень помогает мне вот эта штука двигаться в воде. And I've done many things. И я действительно могу делать многие вещи. I've even jumped out of a plane and done skydiving. И я, кроме того, пробовал прыгать с парашютом. It was very scary. Это было страшно. My knees were shaking. Мои коленки тряслись. Страшно, страшно. Смешно, да? Смешно. And so my brother and my sister have arms and legs. И у моего брата и сестры есть руки и ноги. And my question that I had at school was why me? И вопрос, который возникал у меня в школе, почему я? And people would come up to me and say, what happened? И люди подходили ко мне и спрашивали, что случилось? Что случилось? And I go up to him and sometimes I say, cigarettes. Иногда я отвечал им, сигареты. And so I try and make fun. То есть я пытался шутить. And I try to help people be not so nervous around me. И я хотел, чтобы люди вокруг меня не были такими обеспокоенными, нервными. I don't shake hands. Я не мог пожать им руку, so I just hug people. Поэтому я просто обнимал их. The scary thing about hugging so many people is that they can pick me up and take me home. И было страшновато, когда я думал, что кто-то из этих людей может взять меня и унести к себе домой. What am I gonna do? Что бы я мог сделать? Get up for something with my foot. И с одной своей ногой. No, but for me, ступнёй. It was difficult to know why I was born this way. И было трудно понять для меня, почему я родился таким. And people come up and say, well, what do you want to be when you grow up? Подходили и спрашивали меня, а кем же ты хочешь стать, когда вырастешь? And I'm thinking, I don't know.
И я думал, я не знаю. I don't think I would make a good doctor. Я понимаю, что я не мог быть хорошим доктором. Can you imagine me being a surgeon? Представьте себя меня в роли хирурга. The patient comes into my room. Пациент войдет ко мне в кабинет. They'll probably tell me that I need surgery. И скажет, о нет, мне не нужна хирургическая операция. What if I was a policeman? А если бы я был полицейским? They have to put their own handcuffs on. The criminals have to handcuff themselves. И теперь что, и пришлось бы самим на себя надевать наручники? I can't be a policeman. Я не могу быть полицейским. What am I gonna be? Так кем же я могу быть? I didn't know. И я не знал. And as I was learning to do new things, и по мере того, как я учился делать новые вещи, I faced many fears. Я сталкивался с разными страхами. And I want you to know that in your life, you don't get to a point in your life where you all of a sudden have no fear. И я думаю, что вряд ли вы когда-нибудь в своей жизни столкнетесь с такой ситуацией, когда вы неожиданно поймете, что вы ничего не боитесь. Fear is an emotion. Страх — это эмоция. That you can't always control. Которую вы не можете всегда контролировать. But you can have courage to overcome your fear. Но вы можете иметь смелость преодолевать свой страх. And when you know the purpose of your life and why you're doing what you're doing. И если вы знаете цель своей жизни и почему вы делаете то, чем вы занимаетесь, that's when courage comes. Вот тогда и приходит мужество. Let me show you what courage is. Позвольте мне показать, что такое смелость. I'm gonna jump off the table. Я могу спрыгнуть с этого стола. Do a backflip. И сделать сальто. Yeah. And then land on the stage. И распластаться по сцене. Okay? Ready? Готовы? Готовы? No? Нет. Нет? Нет. How about now? А как насчет сейчас? Как насчет? I really said it. А если все-таки попробовать? Here we go. Ready? Here we go. Готовы? One. Делаем. Раз. Two. Два. I'm joking, man. Are you serious? If I tried that, I'd break my arm or something. Я обязательно бы сломал себе руку или что-нибудь. But let me show you something really interesting. Мне показать вам нечто действительно интересное. Obviously, I would not jump off the table. Конечно, я бы не стал прыгать со стола. But what if I change a couple things? Но пару вещей я все-таки мог бы изменить. Let's say that I'm on this stage. Представьте себе, что я находясь на этой сцене. And I'm alone. И я alone. Один. Alone. Alone. One. Yes. Yeah. One. Без никого. Никого больше. Никого. No one. Никого. So if no one's here. Никого нет. And I'm on stage. И я на сцене. And there's a fire coming through. И вдруг пожар. Now do you think I'm gonna jump off? Как вы думаете, теперь я спрыгну со сцены? Yes. Да. Why? Почему? Because you know why. Потому что вы знаете. If I don't, then если я не сделаю этого, я просто сгорю. And so I need to jump the same. Поэтому мне придется совершить этот прыжок. The same pain. Испытать эту боль. But I'm gonna do it anyway. Но я все равно сделаю это. Sometimes it's hard to have courage. Иногда трудно иметь мужество, трудно иметь смелость. When you don't see the big picture. Когда вы не видите общую большую картину. A couple funny stories about not seeing the full picture. Есть пара интересных смешных историй по поводу вот этого большого видения. One day I was on the beach. Как-то я отдыхал на пляже. And there was a woman who came up to me. И ко мне подошла женщина. And I have my little foot in the sand. И моя ступня была закопана в песок. She said, wow, that's amazing. Она говорит, потрясающе, что это? I said, what? Что? She said, well, how long did it take you to bury your legs in the sand? Она сказала, как долго у вас заняло времени, чтобы закопать полностью свои ноги в песок? And I realized that she thought I had my legs in the sand and my hands in my shirt. That's what maybe she thought. И она, наверное, думала, что я закопал действительно свои ноги и еще и руки. And so I'm thinking, и я думаю, I'm gonna trick her. Попробую я пошутить над ней. So I said, oh, it took me a long time. Я сказал, да, это заняло у меня долгое время. Долгое время. Right? And then she said, goodbye. И она сказала, до свидания. And I said, goodbye. И я сказал, до свидания. And she walked away. И она ушла. And as she's walking away, и когда она уходила, I'm waiting for her to look back. Я подождал, пока она обернется. She looks back.
И вот она оборачивается. Like и я прыгаю вот так. She's like, she really had a heart attack. У нее почти чуть не случился сердечный приступ. I love freaking people out. Я люблю шутить над людьми. I really do. И мне действительно это нравится. If you're having a boring day, then do something different. Итак, если у людей скучный день, вот что-то уже идет по-другому. I've flown in 55 countries. Я путешествовал в 55 стран. 3 million miles around the world. 5 million kilometers around the world. 3 миллиона миль, 5 миллионов километров проделал. And every time I go on a plane, и всякий раз, когда я садился на самолет, sometimes I feel bored. Иногда мне было скучно, so I came up with a crazy idea. Поэтому мне приходили в голову всякие сумасшедшие мысли. I got my friends to put me in the overhead compartment. Я попросил друзей, чтобы меня расположили вот этот в отсек для чемоданов наверху в ряду кресел. And then when people come up to put their bag, и когда люди приходили, чтобы поставить свои чемоданы, я беру и freak them out a little bit. И действительно просто выводил их из себя. One day they dressed me up as a pilot. Один раз меня нарядили как пилота. And as they come into the plane, и когда люди заходили в самолет, I would greet them. Я приветствовал их. Say good morning. Я говорю, доброе утро. My name is Captain Vukic. Капитан Вучич. We're so excited that you're flying with us today. Мы так рады, что вы сегодня летите с нами. We're trying some new technology. Мы используем новые технологии. They're like, what? Они говорят, что? Are you flying our plane? Вы летите, вы ведете наш самолет? I said, да. They're like, no. Они говорят, нет. How do you do that? Как вы это делаете? Is that like with your brain? Вы что, умом управляете? And I'm like, Я говорю, да. And so the children, и дети, they were like, oh, this is so cool. Они говорили, это так круто. Круто, круто. And then mom and dad, а затем папа и мама, all the parents, старшие родители, they're getting scared. Они были напуганы. They're like, did you know about it? Они говорили, вы знали об этом? No, I didn't. Нет, мы не знаем. Did you get an email about our captain? Вы знаете, как? Кто такой наш капитан? Откуда он взялся? No, should we wait for the next flight? Может, мы подождем лучше следующего рейса? And so they all got on the plane. И тем не менее, они got on. Заходили все-таки на самолет. And so they're waiting. И ждали. And I walk on. И я заходил. Like this. Проходил вот так. And you look down the aisle. И вы смотрели по проходу. Они смотрели в проход. And everyone's like. И все выглядывали. And I got the microphone. Я брал микрофон. And I said, good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for boarding so fast. И я говорю, спасибо, дамы и господа, за то, что вы совершили посадку так быстро. Good morning. Доброе утро. Thank you, yeah. So, when I said that, и как только я это говорил, they actually thought it was not a joke. Они действительно всерьез думали, что это не шутка. And they didn't know what to do. И представляли себе, что делать дальше. When I told them that I was joking. И тогда я уже говорил, что я пошутил. The parents were relieved. И родители сразу. And the children вздыхали облегченно. And the children were disappointed. А дети были разочарованы. One day, однажды, I was in the car. Я ехал в машине. And we're at the traffic lights. И когда загорались светофоры. And this car comes up next to us. Рядом с нами ехала машина. And this girl's looking at me. И девушки оттуда смотрели на меня. So I'm looking at her. А я посмотрел на нее. She's looking at me. Она на меня. I'm looking at her. Я на нее. And all she sees is my head. И все, что она видела, это мою голову. So I'm thinking, I'm gonna freak you out. И я думаю, сейчас я над тобой пошучу. Do a little smashing. Сделаю немножко смешно. So what's this? И что я делаю? Imagine all you see is my head. Представьте себе, что вы видите мою голову. Вот так. I just did this. Да, я просто сделал вот так. And your face. И ее лицо. It was really funny. Это было действительно забавно. Anyway. Ну так или иначе. It didn't make sense to her because she couldn't see the full picture. Ей было непонятно, что происходит, потому что она не могла видеть всю картину. My life didn't make sense to me because I couldn't see my future.
точно так же моя жизнь не давала мне понять смысл, потому что я не видел свое будущее. Do you see this book up here? Видите эту книгу вот здесь? This is representing today. Это представляет сегодняшний день. Me at 32 years old. Меня, 32-летнего. Married. Женатого. I'm a father. Я отец. I'm a speaker. Я оратор. An author. И автор. And I'm happy. И я счастлив. And I found my purpose. И я нашел свою цель. And I found my faith. И я нашел свою веру. That's today. Это сегодня. But when I was 8 years old, но когда мне было 8, I could not see that. Я еще не мог это видеть. And encouragement brings you closer. И я имел силу, имел смелость приближаться все ближе и ближе. And discouragement takes you away. И наоборот, расстройство и разочарование уводили меня от этого пути. I want to ask you. Я хочу спросить вас. Who's your biggest encourager? Кто ваш самый большой ободритель? And who's your greatest discourager? И кто ваш самый большой расстраиватель? Think of them. Подумайте о них. Because when someone says something to you, потому что когда кто-то говорит что-то вам, or me, или мне, I choose to either believe them or not. Я выбираю, верить мне этим людям или нет. Nick, you're ugly. Nick, ты урод. At school, many kids вам в школе многие дети говорили мне так. And I started believing. И я начал в это верить. If I didn't believe it, если бы я не верил в это, then it wouldn't affect me. То это бы не касалось меня, это бы не отразилось на мне. Sometimes we hold on to the things that people say. Иногда мы надеемся на какие-то вещи, которые люди говорят нам, that we should not hold on to, которых нам не следует придерживаться. There are some adults who are still haunted by what their mom and dad told them when they were 10 years old. Некоторые взрослые люди до сих пор еще держатся какими-то такими словами, которые были сказаны еще их родителям, папой или мамой, когда им было 10 лет. And when the seed of lies is planted, when the seed of lies, L-I-E-S, да, и в этот момент было посажено семя лжи, lies grow, и ложь возрастала. When love is planted, но когда сеется любовь, love grows. Растет любовь. But in my mind, но в моем разумении, в моем разуме, love from my parents, я видел эту любовь со стороны моих родителей. But then discouragement from the world. Но разочарование, расстройство от этого мира. Every morning I wake up in the morning and my mom and dad would say, you ready for school today? Я просыпался, и мне папа и мама говорили, ты готов сегодня идти в школу? Just do your best. Ну, постарайся сделать максимум, что от тебя зависит. Don't worry about what other people say. Не беспокойся о том, что будут говорить другие люди. You're beautiful. Ты прекрасен. You're just special. Ты особенный. I say, okay. Я говорю, okay. And then I go to school. И тогда я шел в школу. And I feel okay. И я чувствовал себя okay. And then one student looks at me and laughs at me. И один школьник смотрит на меня и смеется надо мной. And at the end of my day, I come home crying, mom and dad. Я прихожу и плачу, и говорю, мама, папа, мама. I don't want to go to school. Я не хочу ходить в школу. But why not? Почему нет? Well, because they're teasing me. Потому что они издеваются надо мной. Don't worry. Они говорят, не волнуйся. Do your best. Старайся делать все, что тебе зависит. Don't worry about what they say. Не переживай о том, что они говорят. You're beautiful. Ты красивый. You're special. Ты особенный. And I'm like, I don't want to be special. Я говорю, нет, я не хочу быть особенным. I want to be happy. Я хочу быть счастливым. I want to have arms and legs. Я хочу, чтобы у меня были руки и ноги. If I had arms and legs, then I could run. Если у меня будут руки и ноги, я смогу бегать. I could ride a bike like my friends. Я смогу ездить на велосипеде, как это делают мои друзья. I started getting dark in my mind. Наступило потемнение, то есть мой разум начал темнеть. Started having fear. Он начал принимать страх. Do you know what the biggest fear is? Знаете, какой самый большой страх? The fear of being alone. Страх остаться в одиночестве. I want you to know. Я хочу, чтобы вы знали. You're not alone. Вы не одиноки. You're not a mistake. Вы не ошибка. And you're here for a reason. И вы здесь с целью. Don't listen to those lies. Не слушайте эту ложь. Because I nearly died. Потому что я чуть не умер по этой причине. How? Как?
Because the lies were saying in my head, Nick, you're not good enough. Потому что ложь говорила внутри меня, Ник, ты недостаточно хорош. Nick, you're a failure. Ник, ты неудачник. You're alone and you'll always be alone. Ты одинок и ты всегда будешь одиноким. Just give up. Сдайся. You're not going to get married. Ты никогда не женишься. Who's going to want to marry you? Кто же выйдет за тебя замуж? Even if you got married, you can't even hold your wife's hand. И даже если ты женишься, ты даже не сможешь взять свою жену за руку. Even if you had kids. И даже если у тебя появятся дети. How are you going to hold your kids? Как же ты можешь держать их? Как ты возьмешь их на руки, если они будут плакать? I didn't have any answers. У меня не было ответов. Maybe I should give up. Возможно, я мне следовало дать их, но не делать ничего. И то, что я мог бы не получить работу. And I'm not going to do anything on my own, but just be a burden to my parents. И я ничего не смогу сделать в этой жизни, кроме того, чтобы быть бременем для своих родителей. Sometimes we get to the edge of giving up. Иногда мы подходим к краю, готовые совсем сдаться. I'm so thankful I am still here. И я настолько благодарен за то, что я все еще здесь. And the best decision that you can make for yourself. И самое лучшее решение, которое вы можете сделать для себя, is even giving your broken pieces a chance. Это даже собрать свои осколки воедино и дать им шанс. If you know that it would take a miracle for you to find purpose and happiness, I want you to know miracles happen. Если вы будете понимать, что должно произойти какое-то чудо, которое даст вам понимание, то это чудо может произойти. You need to believe. Вам необходимо верить. Your children need to believe. Вашим детям необходимо верить. Tell your children every day how beautiful they are. Говорите своим детям каждый день, насколько прекрасны они. Because they're not going to hear it on TV. Потому что они не услышат этого по телевизору. They're not going to hear it at school. Им они не услышат этого в школе. So will they hear it at home? Услышат ли они это дома? If my parents never told me that they love me, если бы мои родители не говорили мне о том, что они любят меня, and that I'm beautiful, и что я прекрасен, I would have gone through with the suicide. Я, пожалуй, прошел бы через самоубийство. But because they showed me love, но благодаря тому, что они показали мне свою любовь, that love saved me. Эта любовь спасла меня. Don't be afraid. Не бойтесь. To continue to plant seeds in your family, семена любви в своей семье, because you don't know what's happening in their mind all the time. Потому что вы не знаете, что будет происходить в их разуме всякий раз. I decided to stay. Я решил остаться, even though I was broken. Несмотря на то, что я был разбит, я был потерян. And turn around and give my broken pieces. Я повернулся, чтобы собрать свои разбросанные кусочки и изменить. You take one step at a time. И вы делаете шаг за единицу времени. One step at a time. Шаг за один раз. One day at a time. Один день за один раз. You don't feel strong. Вы не чувствуете, может быть, себя сильным. But you get through it. Но вы проходите через это. And getting through it. И проходите через это. Shows your strength. И это показывает вашу силу. Don't be afraid of falling down. Не бойтесь падать. Don't be afraid of fail. Не бойтесь неудачи. It looks impossible for a man without arms and legs. Кажется, что для меня без рук и без ног невозможно подняться, не так ли? If I try 100 times to get up, если я попытаюсь сотню раз подняться, and I fail 100 times, и сотню раз мне это не удастся, am I a failure? И я являюсь ли я неудачником? Yes or no? Да или нет? No. Нет. If I fail 100 times, если я потерплю неудачу сотню раз, even though I failed, несмотря на то, что я потерпел эту неудачу, it doesn't mean that I'm a failure. Это не я неудачник. Because I'm not done yet. Но я просто еще не закончил свою историю. My story is not over yet. Моя история еще не закончилась. My life's not over. Моя жизнь не прекратилась. There's no end yet. Конец еще не наступил. You determine whether you will finish strong. Вы определяете, действительно ли вы закончите сильным. We all fail. Мы все терпим неудачу. We all fall down. Мы все падаем. So if you tell me that I'm not a failure, если вы говорите мне, что я не неудачник, even though I failed 100 times, несмотря на то, что я потерпел неудачу сотню раз, then why do you sometimes think that you are a failure? Тогда почему вы иногда думаете, что вы неудачник?
Never никогда give up. Не сдавайтесь. Когда мне было 13 лет, I was playing soccer. Я играл в футбол. Football. Real football. Настоящий футбол. And when you have a football up here, и когда здесь играют футбол, it's a big ball compared to my size. По сравнению с моим размером, мяч это очень большой. And so sometimes I can get hurt. И, конечно, мне иногда было больно. And one day I was on the soccer field with my friend. И как-то однажды я был на футбольном поле вместе со своими друзьями. And it was a long distance away. И была достаточно большая дистанция. And he said, Nick, are you ready? И они говорили, кричали мне, Ник, ты готов? I said, yeah! Я сказал, готов! And I was really nervous. И я действительно нервничал. My palms were sweating. My palms, my hands were sweating. Мои ладони были готовы. And so he gets ready. Итак, я приготовился. And he kicks it to me. И мне пнули мяч. Good. And the ball's coming right for me. И мяч действительно пришелся прямо на меня. And I'm like, And I don't know what to do. Я не знал, что мне делать. You know when something's coming for you and you don't know what to do? Когда кто-то приходит, идет на вас, и вы не знаете, что делать. I know it's going to hit me, right? Я знаю, что он сейчас ударится в меня. So what did I do? Что я должен был? I jumped up in the air. Я подпрыгнул в воздух. And while I was in mid-air, и когда я был на высоте, оттолкнувшись от земли, I did a karate kid kick. Я сделал такой удар. This, right? И вот так вот, конечно, зима. And the ball came. И мяч попал and hit my foot, и ударил по моей ступне and bent it back on itself. И действительно вывернул ее практически. And he bent all the way back and I heard a и буквально такой звук прозвучал. And I sprained my foot. Yeah. I hurt my foot. Я повредил свою ступню таким образом. So bad. Настолько это было серьезная травма. I couldn't walk for 3 weeks. Не мог ходить в течение 3 недель. If I had to walk, если мне пришлось идти, I had to walk with my foot in the air. Я ногу поднимал вот так, like this. И на весу вот так ее нес. And it was uncomfortable. Это, конечно, было неудобно. I was in bed for 3 weeks. И я был в таком состоянии 3 недели. It felt like I was disabled for the first time. И я в первый раз почувствовал себя действительно инвалидом. And I realized. И я осознал. I have a choice. У меня есть выбор. To look at everyone else. Смотреть на всех других людей. And see what they have. И видеть, что имеют они, что у них. And wish that I had that or be thankful for what I did have. И я действительно должен быть признателен и благодарен за то, что я имею. And from that day on, и начиная с того дня, I made a decision. Я принял решение. To stop complaining. Перестать жаловаться. I stopped complaining. И я перестал жаловаться. Because it doesn't change anything anyway. Потому что таким образом вы ничто, ничего не можете изменить. It's easy to complain. Это легко жаловаться. Oh, I wish I was taller. О, я хочу, чтобы я был бы выше. I wish I was shorter. Или я был бы ниже. I wish I was more smart. Я хочу, чтобы я был умным. I wish I had money. Было бы больше денег, вот было бы здорово. I had wish I was married. Хотел бы быть женатым. Yeah, but look, we need to stop complaining. Мы должны прекратить жаловаться. I want to ask you. И я хочу попросить вас. What do you want? Я хочу спросить вас, что вы хотите? I wanted arms and legs. Я хотел иметь руки и ноги. But I realize now I didn't need arms and legs. Но теперь я понимаю, что я не нуждался в руках и ногах. More than arms and legs, I need peace. И больше, чем в руках и ногах, я нуждаюсь в мире. Money can't give you peace. Деньги не могут принести вам мир. And a wife doesn't give you peace. И жена не дает вам мир. If you're not happy single, если вы несчастный человек, будучи холостым, незамужним или неженатым, you're not gonna be happy married.
Вы не можете быть счастливы в браке точно так. Does that make sense? Я думаю, это понятно. If you're single, если вы одиноки, and you're not happy, и не счастливы, and you think you need to get married to be happy, и думаете о том, что вам только надо выйти замуж или жениться, чтобы стать счастливым, just talk to any married person and ask them if it's easy. Поговорите с женатыми людьми и замужними, действительно ли это происходит. True? Так? True. Это правда. Well, if I could just get the money, then everything's okay. Но если у меня будут деньги, то сразу все станет хорошо. No, watch this. This is life. Смотрите, наблюдайте, это жизнь. I mean, eight-year-olds, eight-year-old children, eight-year-olds. Да. Восемь. I meet eight-year-olds. Я встречаюсь с восьмилетними детьми. And I talk to them. И рассказываю, разговариваю с ними. And I ask them, and I say, are you stressed? И я спрашиваю, вы переживаете стресс? Oh yeah. О, да. I said, why? Я спрашиваю, почему? Oh, homework is so hard. Ох, такая тяжелая домашняя работа. And my brother and my sister. И мой брат и моя сестра. They stress me out. Они просто выводят меня из себя. I said, oh, okay. Я говорю, да. Okay. Then I meet 13-year-olds. Затем я встречаюсь с 14-летними. And now they're stressed. Они тоже находится в состоянии. Why are you stressed? Почему вы в стрессе? Because my parents don't understand me. Потому что мои родители не понимают меня. My friends are changing. Мои друзья меняются. My body is changing. Мое тело изменяется. I don't even know who I am anymore. I don't know who I am. Я теперь уже больше не знаю, кто я вообще. I'm so stressed. Я в таком стрессе. And then? И потом? You see the people who are in their last year of high school. Вы видите людей, которые уже на последнем классе, в последнем классе перед выпуском средней школы. And they're stressed. И они тоже в стрессе. Because they're going to go to the university. Потому что теперь им надо уже подумать об университете. Just get into university, then everything's okay. Ну, наверное, теперь, когда я поступлю в университет, все станет хорошо. They get to university, и вот они приходят в университет. They're like, oh, high school was easy. Средняя школа это была такая легкая. This is stress. А вот это теперь стресс. Now, if I could just get a job. Ну ладно, теперь вот как только я получу работу, then everything's gonna be okay. Все сразу станет хорошо. And they get the job. И вот они получают работу. And it's not okay. И опять не окей. Because the boss is stressing me out. Потому что теперь босс доводит меня. So where does stress end? Когда же стресс все-таки заканчивается? It doesn't. Никогда. I'm sorry. Я извиняюсь. Никогда. Никогда. Until heaven. До самого попадания на небеса. Until we get to heaven. До тех пор, пока мы не окажемся на небесах. That's when there is no stress. Вот место, где нет стресса. But until then, но до тех пор, there are ups and downs. У нас есть взлеты и падения. You see my foot? Видите мою ступню? My ступню, right? Ups and downs. Падения, взлеты. You'll have good days. У вас есть хорошие дни. You'll have bad days. И плохие дни. But it's not about going from a valley to a mountain. Но это не то, когда вы ставите цель достичь какой-то вершины. It's about discovery. Это имеет отношение к открытию. Your value. Открытию вашей ценности. Your purpose. Вашей цели. And to live life to the fullest. И жить вашу жизнь с полной отдачей. I don't need arms and legs. Мне не нужны руки и ноги. I don't need money. Мне не нужны деньги. I don't need the things that this world can give me. Мне не нужны те вещи, которые этот мир может предложить. I have a happiness and a joy. У меня есть счастье и радость. That when, even when I don't get a miracle, и даже тогда, когда я не могу увидеть какое-то чудо, или получить чудо, that I can still be a miracle for someone else. Я сам могу являться этим чудом для кого-то другого. Let me tell you a story. Хочу рассказать вам одну историю. I was speaking in California. Я как-то выступал с речью в Калифорнии. And I saw a man hold up a little boy. И я увидел мужчину, который держал на руках мальчика. And I saw him, and he had no arms and и я увидел, что у этого мальчика не было ни рук, ни ног. He had 19 months of age. Ему было всего лишь 19 месяцев. And he looked exactly like him. И он выглядел точно как я. And I'm like, wow. И я подумал, вот это my little brother.
Мой маленький брат. And I got the father to bring him up on stage. Я пригласил его отца принести его на сцену. And he sat here. И он был, находился прямо здесь, рядом со мной. And he's looking up at me. Смотрел на меня вот так. And I'm looking down at him. А я вниз на него вот так. And I couldn't give him a high five. И я не мог дать ему пять. High five. No, that's a shake. High five. No, your hand. Yes. Up. High five. Вот так. Поприветствую. So I can't do that with him. Не мог ему сделать вот такой жест. So I put my little foot on his. И тогда я взял свою маленькую ступню и вложил ее в его маленькую ступню. And I tickled him a little bit. И немножко его вот так вот пощекотал. And when he smiled, и он улыбнулся мне. Everyone cried. Все заплакали. When I looked at him, когда я посмотрел на него, I knew what he was going to go through. Я понимал, через что ему придется пойти. I knew that he's going to get teased at school. И что его будут преследовать и подтрунивать над ним в школе. He's going to have fear. Что у него будет страх. He's going to feel alone. Я знал, что он будет чувствовать одиночество. And I remember when I was 10 years old. И я понимал, что when I was 10 years old, когда мне было 10 лет, that I actually wished that I met someone like me. Я в это время подумал, чтобы я познакомился, чтобы я когда-нибудь встретил такого же человека, как я. It would have changed a lot. И это изменило бы мою жизнь. What if my parents met another set of parents with a child like me? Чтобы мои родители встретились с другими родителями, у которых был бы такой же ребенок, как я. It would have changed everything. И это бы изменило все. But we didn't get that miracle. И вот мы we did not не могли that. Получить это чудо. But now we can be that miracle for him. И вот теперь мы можем стать таким чудом для этого ребенка. And now he sees and calls me Uncle Nick. И теперь, когда он встречается со мной, он говорит, называет меня дядя Ник. And I hugged his mom. И я обнимал его маму. And she cried. И она плакала. And then I saw my mom hug his mom. И моя мать обнимала его мать. And they cried. И они плакали. And my dad hugged his dad. Наши отцы также обнимались. And they cried. И плакали вместе. And 3 years ago, и спустя 3 года, I went to his school. Я приехал в его школу. Because he was getting teased. Потому что над ним начали издеваться. So I went to his school. Я пришел в его школу. And talked about how we should respect everyone. И поговорил с этими детьми о том, как нам необходимо относиться с уважением друг к другу. And now that boy is not getting teased. И больше над этим мальчиком никто не смеется. If I could make a difference, если я могу что-то изменить в этой жизни, just in Daniel's life, просто that boy's life, изменить хотя бы жизнь этого мальчика, then it's all worth it. То это стоит того. I've been through a lot of pain. Я проходил через много боли. And I never tell people that I understand their pain. И я никогда не говорил людям, что я понимаю их боль. I tell teenagers it's worse being in a broken home than having no arms or legs. I tell teenagers it's worse being in a broken home than having no arms or legs. Я говорил, что лучше, если дом разрушится, чем не будет рук и ног. Teenager. We all go through something. Мы все проходим через какие-то испытания. And I don't compare suffering. I do not compare suffering to sufferings. Я не могу пожаловаться на страдания или нестрадания. I don't compare my suffering to your suffering. Я не могу сравнить свои страдания с вашими страданиями. But what I do say, но когда я говорю, is that there is hope. Что есть надежда. There is purpose. Есть цель. And there is something that's bigger. Есть нечто большее. Than all of us. Чем все мы. My parents, мои родители, are amazing. Просто потрясающие. I love my parents. Я люблю своих родителей. I'm so thankful for them. Я настолько благодарен за них. My brother and my sister. За моего брата и за мою сестру. I love them so much. Я так сильно их люблю. But my wife. И свою жену. My wife is my inspiration. Моя жена это мое вдохновение. She had a difficult life. У нее была трудная жизнь. Born and raised in Mexico. Она родилась и выросла в Мексике. Her father was Japanese. Ее отец был японцем. When my wife was 4 years old, и когда моей жене будущей было 4 года, her mother left the family. Мать ушла из семьи.
They were alone with the father. И она осталась одна с отцом. And then the father died of cancer. И после этого папа умер от рака. When she was a teenager. Когда она была подростком. I can't imagine. Я не могу себе представить. But it made her stronger. Но это смогло сделать ее сильнее. And when I met her, и когда мы встретились, we fell in love. Мы полюбили друг друга. It was love at first sight. Это была любовь с первого взгляда. And I looked at her, я посмотрел на нее, looked at me, она посмотрела на меня, and I couldn't feel my legs. И я уже не чувствовал своих ног. Yeah. And we felt something special. Мы ощутили что-то особенное. And 6 months later, и спустя 6 месяцев, we started dating. Мы начали встречаться. And it was incredible. И это было потрясающе. The depth of true love. Это глубина истинной любви. Hope is for everyone. Надежда, я надеюсь, что всякий человек. And you don't need to be a perfect person before you find a perfect love. Вам нет необходимости быть совершенным человеком для того, чтобы встретить совершенную любовь. I could not imagine that kind of love. Я не мог себе представить такого рода любви. My wife, и моя жена, 3 months into our relationship, через 3 месяца dating, наших встреч, I had a personal crisis. У меня был такой кризис. I don't want you to think of me as a motivational speaker who has everything put perfectly together. Я не хочу, чтобы вы рассматривали меня как мотивационного оратора, у которого все в порядке и все на своих местах. Because if anyone says that, then they're lying. Потому что если кто-то будет говорить вам это значит, они врут вам. Many things are not perfect. Многие вещи несовершенны. But when we started dating, но когда мы начали встречаться, I actually went through a difficult financial crisis. Я был в таком состоянии тяжелого финансового кризиса. And when I told my wife, и когда я говорил future wife, future wife at the time, yeah. Да, в тот момент еще моей будущей жене, моей девушке, когда я говорил ей, what happened? Что происходило, что происходит в этот момент. She said, that's okay. Она сказала, это все в порядке. I'll get a nursing job and support the both of us. Я устроюсь на работу медсестры и буду поддерживать нас обоих. And I couldn't help her but say, wow, she's the most amazing woman I've met. И я не мог себе представить, я действительно думал, что я не встречал лучшей девушки в этом мире. She will never leave me. Она никогда не отбросит меня. She will always stand by me. Она будет всегда рядом. I went through panic attacks. Я действительно прошел через панические атаки. I couldn't eat. Я не мог есть. I couldn't sleep. Я не мог спать. Remember? Помните? We all have ups and downs. У нас у всех есть взлеты и падения. And I want you to know, я хочу, чтобы вы знали, that together, что вместе, in your family, в вашей семье, in your life, в вашей жизни, in your nation, в вашей стране, в вашей нации, strength comes when you're unified. Сила, когда вы объединены, сила в единстве. Everything starts with a dream. Все начинается с мечты. So don't be afraid to dream. Поэтому не бойтесь мечтать. Think of the impossible. Думайте о невозможном. Some people think, well, it's easy for you, Nick, because you live in Australia. Некоторые говорят, Ник, тебе проще, потому что ты из Австралии. Australia is not paved with gold. Нет, вы знаете, в Австралии дороги не вымощены золотом. The government couldn't supply me someone to help me at the university. И вот до того, что не было даже поддержки для того, чтобы я мог учиться в университете, то есть государство не могло дать мне эту поддержку. It was because of the non-profit organization that enabled me to go to a university to have a helper. Только благодаря неправительственной организации мне была предоставлена помощь, которая позволила мне обучаться в университете. And that's the way I went to school. Именно так я поступил в высшее учебное заведение. Why? Почему? Because Australians help Australians. Потому что австралийцы помогали австралийцам. And more than ever. И более чем когда бы то ни было. Russians need to help Russians. Русские нуждаются в том, чтобы помогать русским. To come together. Объединиться. Love each other. Любить друг друга. And dream big. И мечтать в крупных масштабах. If you're young. Если вы молоды. If you're older. Если вы старше, it doesn't matter. Это не имеет значения. You're here for a reason. Вы здесь с целью. I don't know what's happened to you.
Я не знаю, что с вами происходит. What people have done to you. И что люди какие-то другие делали по отношению к вам. But I want to help you to go this way. Но я хочу помочь вам пройти этот путь. And if you're a person who's here. А для тех людей, которые находятся в этой стороне, who feels like giving up, которые чувствуют, что они на краю, and you can say, well, no one believes in me. И они говорят себе, никто не верит в меня. No one believes in what my dreams are. Никто не верит в то, какие мечты я имею. No one loves me. Никто не любит меня. I want to be that person that stands here. Я хочу быть человеком, который стоит, повернувшись на 180 градусов. I love you. Я люблю вас. I believe in you. Я верю в вас. Don't give up. Не сдавайтесь. Человек в течение своей жизни с различной частотой одерживает победы. Причем символизировать победу может отличная оценка за домашнее задание, отказ от вредной пищи или чтение заданной книги. Для каждого из нас победой будет являться что-то очень личное и индивидуальное. Но самой большой победой, несомненно, будет являться победа над собой. В жизни постоянно встречаются трудности. Они делают жизнь насыщенной и заставляют человека двигаться к цели. Все желаемое достигается только путем стараний и стремлений. Ничего не дается человеку незаслуженно. Если человек действительно чего-то хочет, он должен проделать работу над собой и достичь желаемого результата. Если, проделав определенные усилия над собой, результат все равно не соответствует желаемому, то это значит, что человек старался недостаточно сильно, чтобы получить заветную награду. Наберись смелости и терпения, ведь у тебя уже есть победы. Спортивные, творческие, научные и другие достижения стали зримым свидетельством того, что ни социальный статус, ни отсутствие финансов, ни физические недуги не могут умалить значение человеческой личности. Им не дано сковать волю, подавить стремление человека к победе, прежде всего, к победе над собой, без которой не может быть любимого дела, творчества и свершений в жизни каждого. Результаты, которых вы сумеете достичь, будут замечательными примерами целеустремленности и воли к достижению поставленных целей не только для всей нашей страны, но и для всего мира. Именно поэтому важно меняться, двигаться вперед и быть уникальным в своем роде. Будь сильным, сделай свой шаг к переменам. Расскажу вам историю. When I was 17 years old, когда мне было 17, every day at school I would wait for an hour for my taxi to come home, to take me home. Я ждал в школе такси, которое должно было приехать и отвезти меня домой каждый день. So I would sit there all alone for an hour. Так я сидел там один в течение целого часа. And I saw one day the cleaner of the school. И однажды я увидел уборщика нашей школы. And he looked at me. Он посмотрел на меня. And I looked at him. А я на него. And we started being friends. И мы начали дружить. And we talked about everything. И мы говорили обо всем. Religion. О религии. War. О войнах. Purity. О чистоте. Just politics. О политике. We talked about everything. Мы говорили практически обо всем. And after 3 weeks of speaking, и после 3 недель такого общения, he looked at me one day and he said, однажды он посмотрел на меня и сказал, Nick, Nick, you're going to be a speaker. Ты будешь оратором. And I said, what? Я спросил, что? He said, you're going to be a speaker. Ты будешь оратором. And I said, man, you're crazy. И я говорю, да ты с ума сошел. I said, what do you think I'm going to speak about? И как ты думаешь, о чем я буду рассказывать? He said, you're going to share your story. Ты будешь делиться своей историей, сказал он. I said, I don't have a story. Я говорю, да нет у меня никакой истории. He said, yes, you do. Он говорит, есть у тебя история. I said, no, I don't. Я говорю, да нет. He said, yes, you do. Он говорит, нет, есть. He said, Nick, at school, every Friday at lunch, a group of students get together and they share their stories. Он говорит, Ник, по обедам собирается группа молодежи, и они хотят услышать твои истории. You should share your story. Тебе необходимо поделиться с ними своей историей. They share their stories. Они поделятся своими историями. Do you want to try? Хочешь попробовать? And I said, no. Я сказал, нет. Why do you think I'm going to be a speaker? Почему ты думаешь, я буду оратором? I don't have anything to share. Мне нечем поделиться.
For 3 months, he said, please, please, please. И в течение 3 месяцев он уговаривал меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорил, нет. And I said, нет, 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 нет. And finally, after 3 months, и наконец, после 3 месяцев, he twisted my arm and I said, yes. Он выкрутил мне руку, и я сказал, да. And I went there. И вот я пришел туда. And I started speaking. И начал выступать. And I didn't know what to say. Я не знал, что говорить. But after I was finished, но когда я закончил, I saw people crying. Я увидел, что люди плачут. And I said, "Are you okay?" Я спросил у них, "С вами все в порядке?" I said, "What's wrong?" Я говорю, "Что не так? Что с вами?" Nothing. Ничего. I said, "Then why are you crying?" А что же вы тогда плачете? I don't know. I was just touched by what you said. Нас просто коснулось то, что ты сказал. And I said, "Really?" Я говорю, "В самом деле?" She said, "Yeah." Она сказала, "Да." I was surprised. Я был удивлен. And I looked her in her eyes. И я посмотрел ей в глаза. And I could see that she received hope. И я заметил, что она приняла надежду. And I couldn't believe it. Я не мог поверить в это. And I liked it. И мне понравилось. It was cool. Это было круто. And then some people took my phone number. И некоторые люди брали мой номер телефона. And said, "Nick, can you start speaking here and here and here?" И говорили, Ник, можешь выступить здесь или здесь или здесь? And I said, "Okay." Я говорил, хорошо. So I graduated high school at 18. И так я выпустился из средней школы в 18 лет. And my dad and mom always wanted me to be an accountant. И мои родители всегда хотели, чтобы я стал бухгалтером. And so I was going to go to university to do accounting. И мне нужно было поступить в университет, чтобы заниматься этой дисциплиной. And I started speaking here and there. Ну и я начал выступать то там, то здесь. My mom, моя мама, she got a little upset one day. Как-то расстроилась однажды. She said, "Nick," она сказала, "Ник, we got to talk." Нам надо поговорить. I said, "What?" Я сказал, "Что?" She said, "I don't know what's going on." Она говорит, я не знаю, что происходит. But I need to know the truth. Но я хочу знать правду. I said, "Okay." Я говорю, хорошо. She said, "I don't know." Она говорит, я не знаю. These people who pick you up and take you to their group. Она говорит, вот эти люди, которые приезжают за тобой и забирают тебя в какие-то группы. And you go and speak. И ты ездишь и выступаешь. When you come home. Когда ты приходишь домой. You're happy. Ты счастлив. And they're crying. А они плачут. What is going on? Что происходит? I said, "I don't know. What do you mean?" Я не знаю, что ты имеешь в виду. She said, "Well, why are they crying?" Она говорит, почему же они плачут? I don't know. Я не знаю. She said, "Well, what do you speak about?" О чем же ты говоришь с ними? I don't know. Я не знаю. She said, "What do you share?" Чем ты делишься с ними? I said, "I just share my story." Я говорю, я просто делюсь с ними своей историей. She said, "What's your story?" Она говорит, а какая у тебя история? I don't know. Я не знаю. Я не знаю. And you say, "I don't know." Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. А не знаю. Right. А не знаю. And so she says, "So this speaking, is this like a hobby or you're going to do a job?" Она говорит, и что это, вот это вот выступление, вот это ораторское твое искусство, это что, типа хобби или это как работа? Are you going to be an accountant? Ты вообще собираешься быть бухгалтером в конце концов? I don't know. Я не знаю. She said, "Okay." Она сказала, ну ладно. Then at age 19, и так в возрасте 19 лет, I was still doing my degree. Я все еще работал над своей степенью. I got up in front of 300 teenagers. Меня пригласили выступить перед 300 подростками. And I saw these teenagers and I was so nervous I didn't know what to say. И я увидел этих ребят, и я был настолько взволнован, я не знал, о чем с ними говорить. And within 3 minutes of my speech, и через 3 минуты после того, как я начал выступать, people started crying. Люди начали плакать. And one girl in the middle of the room started weeping. И одна девушка в середине зала буквально начала рыдать. And she put up her hand. И она подняла руку. And she said, "I'm so sorry to interrupt, but can I come up there?" You are. И она спросила,
Извините, что я перебиваю. Можно я встану и подойду к вам, чтобы обнять вас? And in front of everyone, she came and she hugged me. И прямо перед всеми она подошла ко мне и обняла меня. And she cried on my shoulder. И она плакала на моем плече. She said, thank you, thank you. Она говорила, спасибо, спасибо, спасибо вам. No one's told me that they love me. Никто не говорил мне, что они любят меня. No one's told me that I'm beautiful. Никто не говорил мне, что я красива такой, какая я есть. And I was shocked. И я был просто шокирован. What if my parents didn't tell me that? Что если бы мне не говорили этого мои родители? If my parents didn't tell me that, then I wouldn't be here. Если бы мои родители не говорили мне этого, я уже не был бы здесь перед вами. And I thought to myself, и я подумал, how many millions of people need to hear that simple сколько message? Сколько миллионов людей нуждаются в том, чтобы услышать это простое сообщение? So I came home. Тогда я пришел домой. And I said, Mommy, Dad, Mommy, Dad, I know what I want to be. Мама, папа, я знаю, кем я хочу стать. I know what I want to be for the rest of my life. Я знаю, кем я желаю стать до конца своей жизни. And my dad said, good. Папа сказал, хорошо. Finish school first. Закончи только сначала институт. And I said, yes, Dad, yes, Dad. Я сказал, да, папа. My mom was doing the dishes. She was washing the dishes. А мама занималась тем, что она мыла посуду, посудомойкой работала. And she's looking down at me. И она так посмотрела мне сверху вниз. And I'm looking up at her. А я вверх на нее. She says, so, what you want to be? Я говорю, ты кем же ты хочешь стать? I said, I want to be a speaker. Я собираюсь стать оратором. She stopped. Она остановилась. She crossed her arms. Скрестила руки. Like this. And she said, и сказала, what? Что? I said, I want to be a speaker. Я хочу быть оратором. She said, what are you going to speak about? И она говорит, о чем ты будешь рассказывать? I don't know. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Okay. Не знаю. She said, what do you have any invitations? А хорошо, есть у тебя приглашения? No. Нет. How you going to get them? Ну и как же ты собираешься их получить? Не знаю. Well, do you know any speakers? А знаешь ли ты каких-нибудь других ораторов? No. Нет. Are they going to pay you? А они собираются тебе платить деньги за это? Не знаю. But even if you got an invitation, and even if they paid you, how are you going to get there? И если они даже готовы будут тебя пригласить и заплатить тебе деньги, как ты доберешься до туда? Не знаю. I had no idea. У меня не было совершенно никакого понимания об этом. But when you know why you do what you do, но когда вы знаете, почему вы делаете то, что вы делаете, it gives you that courage to face your fears. Эту смелость преодолевать свои страхи. And to overcome all obstacles. И преодолевать все препятствия. That girl that hugged me. The girl that hugged me. The girl that Цель, которая обняла меня. Did they switch the speakers? А, девочка, которая обняла меня. Did they change yes, the speakers? Yes. Can you hear me okay? I hear you. Okay. So here it is. The goal. И вот эта цель. I want to help someone else find hope. Чтобы люди научились получать надежду. Понимать свою надежду. So if I start here, если я начинаю здесь, how am I going to get there? Как я могу добраться до сюда? There's so many obstacles. Здесь столько препятствий. I'm not a speaker. Я еще не оратор. I have no invitation. У меня нет приглашения. I don't know anything about marketing. Я не знаю ничего о маркетинге. But I didn't see them as obstacles anymore. Но я не вижу больше этих препятствий. I saw them as opportunity. Я вижу, я рассматриваю их как возможности. If I don't know marketing. Если я не знаю маркетинг, it's an opportunity to learn about marketing. Это возможность для меня изучить маркетинг. Does that make sense? Это понятно? So what did I do? И что же я делаю? I had no money. У меня нет денег. I didn't know any speaker. И я не знал никаких спикеров. I didn't know any coach. Никаких коучей. So I just got a long list of schools and start calling them up. И мне надо было начать искать их, где-то находить. And so I called them on the phone. Позвонить им по телефону. And I started with not knowing what to say. И я начал с того, что я даже не знал, о чем с ними говорить. Звоню по телефону. Good, хорошо, very good. Hello. Привет. Hi, my name
is Nick. Меня зовут Ник. And I have no arms or legs. У меня нет рук и ног. And she said, what? И она спрашивает, что? I said, I have no arms or legs. У меня нет рук и ног. She said, how are you holding the phone? Она говорит, а как же вы держите телефон? And I'm thinking, why is that important? А я спрашиваю, почему это важно? Maybe she doesn't believe me. Может быть, она не верит мне? So I said that I would like to go to her school and speak. И я сказал, что я хочу приехать в их учебное заведение и выступить. And she said, no, thank you. Она говорит, нет, спасибо. And hung up the phone. И бросает трубку. So what did I do? Что же мне делать? Did I cry? Заплакал ли я? No. Нет. I was ready to fail. Я был готов потерпеть неудачу. Why? Почему? Because I knew it wouldn't be easy. Потому что я знал, что это будет непросто. When you know it's not easy, когда вы знаете, что это непросто, you need courage not to win, you need courage to fail. Вам нужно иметь мужество для того, чтобы преодолеть эту неудачу. No one likes failing. Никто не любит тупить неудачу. But failure helps you get closer to success. Но неудача позволяет вам приблизиться еще на шаг к успеху. So what did I do? Что же я сделал? I called another school. Я позвонил в другое учебное. Hello. Привет. Hi, my name is Nick. Меня зовут Ник. And I'm the speaker. И я оратор. And I would like to come. И я хотел бы приехать к вам. Can I come? Могу я к вам приехать? She said no. Нет. Hang up. И повесил трубку. It's two schools. Два учебных заведения. Was it a failure? Yes. Было ли это неудачей? Да. Am I a failure? Являюсь ли я неудачником? No. Нет. So I called another school. И поэтому я звоню в третью учебную. And another school. И в четвертое. And another school. И в пятое. 15 schools. 15 школ. 25 schools. 25 школ. 33 schools. 33. 41 schools. 41. 49 schools. 49. 52 schools said no. Школы сказали нет. 52. 52. So what did I do? Что же я сделал? I kept on calling. Я продолжал звонить. And every time I got a no, и каждый раз, когда я получал ответ нет, I got better and better and better. Мне становилось все лучше и лучше и лучше. And on the 53rd call, и наконец на 53-й раз, this is how it went. Вот как проходил диалог. Hello. Добрый день. Hello, my name is Nick, and I'm a professional motivational speaker. And I was wondering if I'd come and speak to you about building self-esteem. Treat me again, never give me up. Чтобы я поговорил с вашими студентами о том, как бороться с тем, если над ними насмехаются и издеваются в школе, и верить в себя. And she said, okay. Она сказала, okay. And I'm like, yeah. What do I do now? А что ж теперь мне делать-то? Не знаю. Не знаю. I don't know. Я не знаю. So I got nervous. И я начал волноваться. And I said, can you pay? А вы можете заплатить? She said, what? Что? It's not for free. Это не бесплатно. I said, no. Нет. There's some costs. Ну, там есть некоторые расходы. Well, how much? Сколько? $50. $50. Okay. Хорошо. I'm like, yes. Yes. She said, so when can you come? И она говорит, можете вы приехать? Can you come next week? На следующей неделе. I said, sure. Я говорю, конечно. She said, Tuesday. Она говорит, во вторник. I said, great. Я говорю, замечательно. And so I got her address down, writing her address down. И я записал ее адрес. And I said, okay. И сказал, хорошо. Thank you. Спасибо вам. Bye-bye. До свидания. And I hung up the phone. И повесил трубку. And I'm like, yeah. So excited. So excited. А, я был настолько воодушевлен этим. So happy. Настолько счастлив. Like, yes.